Это наш дом родителей в Мирсине. Сейчас мы собираемся ехать к родителям в деревню. В таком районе, старом районе Мирсина, живут родители моего мужа. Здесь такие невысокие двухэтажные дома. И вот наш дом двухэтажный. Мы едем в Нигды. Сейчас только проехали Тарсус. Дороги. Такие дороги хорошие, все в порядке. Нет ни одной ямочки. Когда сидишь за рулем, испытываешь такое удовольствие, когда ведешь машину. И здесь все едут на большой скорости. Даже в автобусах, когда мы с мужем садимся, у меня аж дыхание перекрывает от того, как они с такой скоростью мчатся. Действительно, в городе у нас 40 километров в час в Батуми, в Грузии. Допустимая скорость. А здесь 80-100 километров. И не тормозят автобусы с такой, на такой скорости, что без валерьянки невозможно ехать в автобусах. Я сначала очень сильно реагировала, а потом привыкла. Хорошо, сегодня мы собрались поехать на природу. Сегодня такая погода чудесная. Весна даже жарковата для весны. Но мне кажется, когда мы вернемся, у Мирсини наступит уже лето. Мы собирались ехать пару дней назад, но планы поменялись. И сегодня так спонтанно, быстро нам собрались в поездку, позвонили, будьте готовы. Ой, я так предвкушаю эту встречу с родителями мужа, я их так обожаю. Мою маму не видела уже год, так скучаю я по ней. И вот мою мамочку любимую, которая ждет меня в доме. Так хочу обнять родителей моего мужа, потискать. Не очень напоминает мою мамулю. Они действительно очень теплые люди. Так приняли меня хорошо. Свою семью. Вот мы едем к ним. У них там Нигды. Можно проехать чуть дальше. Бор. Деревня. Свой дом. Я, похоже, тоже все сниму. И поделюсь с вами. Ну, конечно, среди вас могут быть те, которые это неинтересно, а есть те, которые ждут от меня каких-то новостей. Которым интересно, допустим, жизнь в Турции, за границей, может, жизнь в Мирсине. Я сама тоже с удовольствием смотрю в Ютубе такие ролики, обычные, простые. Мне нравится. Может, я не профессионал сейчас. Снимаю с телефона, но в ближайшем будущем я очень мечтаю приобрести аппаратуру, камеру, чтобы делать качественное видео. Мирсин находит низменности, а мы сейчас поднялись в горы. Немножко здесь отражается на состояние, уши закладывает, давление атмосферное меняется. Горы. Дороги, дороги.
найти. Красивый закат. Какой красивый закат. Заходит солнышко.